В канализации живут монстры. Да уж. Ника и Спайди. Оставайся. Кто-то рядом. Еще один шаг, и вы запутаетесь в паутине! Ну, это не самое романтическое предложение, которое мне доводилось слышать. Черная кошка, я так рад тебя видеть. Я тоже рада, парень, но у тебя проблемы. Веном захватил передатчик на Таймс-сквер. Он уже много часов подряд передает тебе послание. Рожа Венома на этом большом экране. Вот это страшное зрелище. Но это еще не все. Амнитек тоже захвачен. Что это такое? Олимпийские игры злодеев, что ли? Таймс-сквер находится по пути к Амнитеку. Давай выясним, что Веном собрался делать, а затем займемся другой проблемой. Марафон Венома продолжается на самом большом экране в Нью-Йорке. У нас есть замечательное шоу. Печально, что нельзя это остановить прямо сейчас. Итак, у нас здесь эта замечательная женщина. Вы все ее знаете, она одна из знаменитостей. Мы хотим сказать, что ей осталось жить 24 часа. 24 часа! Вот, да, кстати. Ее зовут Мэри Джейн Паркер. Нет, Мэри Джейн. Да, если кто-то, я даже знаю кто, собирается спасти ее, то не тяни время. А пока мы продолжаем марафон Венома. Продолжаем наш телемарафон! Послушай, я все понимаю, это очень трудно, я сама займусь другим делом. Займешься? Спасибо, кошка, нет уж. Послушай, я Спайдермен, получая свою силу, я многое должен и отдавать. Но кое-что не меняется, это моя ответственность. Я должен ставить интересы других людей впереди своих. Какими бы ни были ставки, там, в Амнитеке, невинные люди, им нужна наша помощь. Я их не подведу, а потом я разберусь с Веномом. И на этот раз я покончу с ним окончательно.